3 июня во Франции в праздничном зале мэрии города Сейну состоялось культурное мероприятие «Мы дети твои, Дагестан». Идея создания мероприятия принадлежала президенту ассоциации лезгинка Данс Фазо Умукусум Хайбулаевой. Благодаря огромному энтузиазму и высокому чувству патриотизма к своей родине, госпожа Хайбулаева сплотила вокруг себя творческую команду соотечественников, проживающих в разных регионах Франции, общими усилиями которых был организован и проведен этот праздник. Французские зрители и гости, специально приехавшие из разных мест Европы и бывшего постсоветского пространства, ознакомились с культурой и бытом Республики Дагестан, стали зрителями и участниками прекрасного концерта и театрализованной фотовыставки, а также отведали настоящую дагестанскую кухню. На творческом вечере звучали стихи великих поэтов дагестанского народа Расула Гамзатова и Фазу Алиевой на разных языках, в том числе и в интерпретации на французском языке. Великолепные фотоработы, предоставленные знаменитыми фотохудожниками Дагестана Мурадом Гамидовым и Шамилем Хангиреевым, а также широкий ассортимент рукоделия народных промыслов, стали главными экспонатами мероприятия. В рамках дружбы России и Дагестана прошел также показ народных сценических костюмов. Неповторимый калейдоскоп красочных костюмов продемонстрировали взрослые и маленькие участники дефиле. Тонкий орнамент и специально привезенные из Дагестана фурнитуры украшали одежду и головные уборы, придавая празднику неповторимую фееричность. Вдвоем во мне. Я помню, в детские года мне говорила мать, одно полено в очаге огня не может быть. Но если два полена, в нем сомкнули два плеча, их дружба до последних искр, ярка и горяча. Мы бросили себя в огонь, и верить я хочу, что будем в очаге любви гореть плечом к плечу. Короткий фильм, показанный гостям во время мероприятия, рассказал зрителям о географическом положении республики, открыл природные сокровища Дагестана, познакомил с ее жизнью, современным укладом, традициями. Зажигательный ритм лезгинки завершил праздник общим танцем, объединившим гостей и участников всех национальностей. «Мы дети твои, Дагестан» – праздник прошел в яркой, легкой, запоминающей форме, благодаря всем его участникам. По мнению организатора, подобные мероприятия бесспорно расширяют культурные связи России, Дагестана и Франции, обогащают общий уровень знаний и укрепляют дружеские связи стран и народов. Бурлия Цамбиева, информационная программа «Пульс».